Шайтан коробочка. Народу мало. Ну вот, почему нет? 70 человек. Нормально. У нас в последнее время все время так. Последние несколько раз. Прям, не знаю, раз уже, наверное, 7 или 8. Народу вот так у нас. Ну что? Закончились вопросы? Агрессивный маркетинг. А зачем? Видите, я, в общем-то, успеваю отслеживать чат, развернуто отвечая на вопросы. А если сюда придет еще столько же человек, и это уже будет сложнее. О крещении рассказать в этой трансляции, правда? А, о крещении Господнем, да? Вот, о празднике крещения. Да, понятно. А что, собственно, вас интересует? О прорубях? О воде? Что вас интересует? Нескромный вопрос. Вы сами научились вещать на сайте? Ага, сам. Я помню первый раз, когда если вот кто-то с первой трансляции здесь присутствует, не даст мне соврать. Вот. Началась трансляция. Ну, я нашел этот сайт, смотри.ком. И я сразу так почувствовал, что вот то, что нужно. Мне прям захотелось нажать на кнопочку, я нажал. Все это включилось, камера заработала, все это началось. А я только-только зашел на этот сайт, я, в общем-то, смотрю, 1, 2, 3, потом бах, уже 10, уже 20, уже 50 и уже 100. И такое полилось. Ужас. Я не понимаю, что происходит. Что нужно делать. Да. И такой поток в этом в чате льется. Руганье, улюлюканье, не знаю чего. Троллинг идет жуткий прям. Но сквозь этот троллинг я смотрю, там люди все-таки пытаются пробиться сквозь поток, буквально поток негатива. И там такие советы дают. Вы сделайте трансляцию для друзей. Я говорю, а как сделать? Я не знаю еще. Потом вот этот опять идет поток, опять раз какое-то сообщение. В настройках там, я полез в настройки. Сделал трансляцию для друзей. Тишина такая. И потом смотрю, у меня там в личке приходит сообщение. В личку приходило по 200 приблизительно сообщений за трансляцию. Смотреть все это было нереально. Особенно это. Ну нет, реально, конечно, потом, когда все закончится. И больше хамства было. Больше всего. Ну ничего, быстренько всему научился. Компьютерной грамоте. Вообще я компьютером владею, ну скажем так, где-то с 2000-го, наверное, года. Даже, наверное, с 99-го или с 2000-го года у меня компьютер есть. Поэтому я, в общем, довольно-таки давно ее пользуюсь. Начинал еще с Windows 98. Я его осваивал по книжечке. PC, вот это там как-то называется она. В общем, для персонального пользователя Windows 98. И все это внимательно прочитал. И очень аккуратно пользовался. Потом долгое время XP у меня был. То есть я с 98-го я перешел на XP. И все, собственно говоря. А вот с XP я вот сейчас на Mac перешел и уже второй год на Mac работаю. Атака ботов. Да, там была, там было, да, ужасно. Там и тролли, и боты, там чего только не было. Я даже этим ботам сначала пытался отвечать. Потом мне объяснили люди, что это боты, это компьютерные программы, им не надо отвечать, их нужно игнорировать просто. Да, было весело.